Всем здравствуйте! Российские знаменитости нередко становятся родителями в том возрасте, когда большинство российских мужчин вовсю нянчит внуков или даже правнуков. 4 года назад список возрастных отцов пополнил Владимир Стеклов. Актер вспомнил, какие эмоции он испытал, узнав о прибавлении в семье. Владимир Александрович стал папой в 70 лет. В 2018 году его супруга Ирина Дерягина, которая, к слову, младше мужчины на 33 года, родила девочку, малышку назвали Ариной. По словам звезды, сперва он испытал шок, ведь врачи утверждали, что Ирина никогда не сможет иметь детей. Ирине поставили диагноз бесплодия, поэтому мы уже и не планировали детей, но это провидение Господне. Никак по-другому я это объяснить не могу, сейчас вот 5 лет, уже Аришке будет в январе, делится Стеклов. Актер признается, что сейчас он не хотел бы вновь становиться отцом из-за почтенного возраста. По словам Владимира, ему страшно покинуть этот мир и оставить ребенка. Должна быть какая-то ответственность. От этого никто не застрахован. Хотя я себе дал обещание, что младшую дочку обязательно выдам замуж. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.